Всем привет! Сегодня будем готовить очередную вкусняшку, а точнее шоколадное салями. И как еще говорят, шоколадная колбаса. Этот десерт пришел к нам из Португалии и Италии. Нам понадобится шоколад 200 грамм, масло 100 грамм сливочное. Также нам понадобится печенье, примерно 140, молоко. Тут у меня ликер. И также нам понадобится мармелад. Можно также еще использовать вот такой вот у меня мармелад. Можно также использовать орешки, либо сухофрукты. Ну, кому что хочется. Я под видео обязательно распишу рецепт, сколько грамм я использовала для приготовления этой шоколадки. Так что загляните под видео. Ну а сейчас нам нужно разломать шоколад, и мы будем его растапливать на водяной бане. Набираем воду в кастрюлю. Ее должно быть немного, потому что мы будем это растапливать на пару и так, чтобы вода не соприкасалась с тарелкой. Ну и ставим на плиту. А тем временем нам нужно наломать печенье. Печенье берите любые, на свой вкус. Главное, чтобы у них не было какого-то дополнительного вкуса. Простые ванильные печеньки, их нужно наломать не очень мелко, чтобы они не превратились просто в такую крошку, но и также не оставлять их большими, иначе они могут разломать нашу колбаску. Шоколад и масло нужно периодически помешивать и будем ждать, пока оно растает и превратится в однородную массу. Как вы видите, оно понемножку у нас уже тает. Примерно вот в такую массу оно должно у нас превратиться. Тут еще у меня немножко есть масло, так что еще пару секунд надо подержать. Ну что ж, вот так выглядит наша масса после того, как все растаяло. И теперь в эту массу нам необходимо смешать все ингредиенты, которые у нас есть. Ну что ж, все ингредиенты добавлены. Теперь мы все тщательно перемешиваем, чтобы все у нас хорошо перемешалось. Как вы видите, масса у нас получилась еще такая довольно жидкая. Из нее сейчас еще невозможно сформировать колбаску. Поэтому мы отправим ее примерно на полчаса в холодильник, чтобы она немножко у нас застыла. И тогда мы сможем уже приступать к формированию нашей салями. Ну что ж, через полчаса мы достаем нашу массу и выкладываем на пищевую пленку. При помощи пленки будем также формировать нашу колбаску. Видите, масса уже стала более густой. Ну что ж, по бокам я завязала еще вот такие узелочки.
И вот такая колбаска у нас получается. Сейчас отправляем либо в холодильник на 4 часа, либо в морозилку на 1,5 часа. Теперь я посыпала нашу колбаску сахарной пудрой, и вот такая вкусняшка у нас получилась. Всем приятного аппетита!